очень много плакатов, очень много зонтов, потому что в Варшаве сегодня страшный дождь, но это, как видно, не помешало людям выйти сюда, на Замковую площадь, чтобы протестовать против полного запрета абортов. В настоящий момент аборты в Польше разрешены только в 3 случаях: в случае изнасилования или какого-то другого противоправного действия, в случае, если это угрожает беременности, угрожает здоровью матери, и если у ребенка, у плода какие-то сильные генетические изменения. В настоящий момент либеральный закон полностью из Сейма исключен, но депутаты не будут его рассматривать, зато аборт, запрещающий полностью аборты, отправлен на доработки, и в ближайшее время депутаты должны рассмотреть его еще раз. В первом чтении он был принят. Женщинам грозит полная невозможность сделать аборт в Польше. В принципе, сейчас такие случаи уже бывали, потому что в Польше действует так называемый закон совести, когда врач-католик может отказать в выполнении аборта или вообще выписывание, например, противозачаточных средств. А многие польки уезжают за границу, чтобы делать аборты. Здесь расцветает просто абортный туризм. Женщинам будет грозить уголовная ответственность за аборт в Польше. Уголовная ответственность также будет грозить врачу, который совершит аборт, нарушая этот закон. Но что самое страшное, выкидыши, в которых женщины совершенно не виноваты, также будут рассматривать как возможные аборты, и прокуратура будет проверять, насколько природным образом, независимо от женщины, не по ее желанию, произошел выкидыш. Здесь слева написано: я не выступаю за аборт, я выступаю за свободный выбор. Справа по-английски: girls just wanna have fun, fundamental human rights. Да, и там еще сзади плакат, это тоже символ протестов: no woman, no cry. Край по-польски — это страна, да, то есть без женщин не бывает страны, и черный понедельник — это как раз символ тоже этих сегодняшних протестов. Символом протеста здесь, на Замковой площади Варшавы, является вешалка. Вешалка, потому что это символ незаконных абортов, да, то есть женщины прибегали к вешалкам, чтобы выковырять из себя плод, и это как один вот из символов такой жестокости, который как раз запрет абортов, полный запрет абортов в Польше может привести. Сегодняшнюю забастовку у польки называют предупредительной, и она как раз призвана обратить внимание правительства на нежелание женщин функционировать в таком правовом поле, да, что в полном запрете абортов. Возможно, это приведет к следующим протестам, потому что протесты сегодня проходят в нескольких десятках польских городов, а не только в Варшаве. Anna Popychowa, też kobieta, dała nam dzisiaj wolną rękę. Więc jesteśmy tutaj i nawet nie zostali nam to odjęto od urlopu. Po prostu walczymy o swoje prawa. Девушка сказала, что сегодня ее начальница дала ей свободный выбор, прийти или не прийти на работу, и сегодняшний день даже не считается отпуском. То есть сегодня сотрудники ничего не потеряли из-за того, что не появились на работе. Это вообще потрясающе выглядит сверху. Уже появились фотографии, что здесь очень все люди одеты в черном, потому что организаторы протеста просили, чтобы все люди были в черном, и при этом много цветных зонтов. Вот еще можете посмотреть здесь, здесь стоят противники абортов, как обычно они пришли с картинками, на которых разорваны плоды, то есть это такая контрманифестация, которая здесь же в этом месте проходит.